Зрелище впечатляющее, да и вообще металлургическое производство поражает воображение. И все это сделано человеческими руками. По большому счету, металлургия в Череповце появилась благодаря одному человеку – Ивану Павловичу Бардину. Академик обосновал необходимость строительства завода не рядом с сырьем, а на пересечении транспортных потоков. То есть у нас. Лауреата премии Бардина по традиции награждают в день рождения академика. В этом году премию вручают 33 раз. И к 236 работам, которые стали лауреатами за эти годы, в 2015-м присоединились еще 9. Премию Бардина присуждают за лучшие идеи в производстве технической или экономической деятельности. Лучшие работы отбирает специальная комиссия. И как не банально звучит, но в этом году было особенно непросто. В этом году рекордное количество работ. Только не был я один год. 42 работы. Рекордно у нас было 36 работ в прошлом году. То есть мы с каждым годом наращиваем количество участников. А что же нового предлагают металлургической промышленности лауреаты? К примеру, один из авторских коллективов придумал, как снизить расход кокса на производство чугуна. Углеподготовительный цех – это первоначальное звено в цепочке. Мы провели большую работу по подбору шихтовых материалов. На самом деле, очень большая работа была проделана. Нашли оптимальный состав шихты, который позволил получать кокс более высокого качества. Ну и, соответственно, дальше по всем переделам снижались расходные коэффициенты, увеличилось производство чугуна. А еще одна работа посвящена освоению новейшей технологии нагрева дутья доменной печи номер 4. Так сходу понять трудно, но эти люди знают, а главное, умеют применять на практике свои разработки. Кстати, общий экономический эффект составляет 1,5 миллиарда рублей. Польза для компании, а для участников – большой рывок вперед. Будем двигаться дальше, говорят лауреаты. Вера Кучеренко, Дмитрий Махов, новости.